Тело руководителя «Рязань-Трансавтра» Алексея Громова было обнаружено в машине на автодороге между городом Спас-Крезанский и селом Фатьяновка. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову и туловище. По факту произошедшего Рязанским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работали следователи, эксперты и следователи-криминалисты следственного управления, которые в ходе осмотра места происшествия устанавливали и изымали криминалистические объекты, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица, причастного к убийству Алексея Громова. Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью. Следователи просят всех водителей, которые приезжали на автомобилях по дороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка в период времени с 6:30 до 7:30 26 сентября, обратиться в следственные органы или в органы полиции. Рязанцев просят обращаться по телефонам 8-903-838-8201 или 02. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».